теща недавно отмечала свой юбилей. Вернее, не теща, а как сказать, мать ее матери. Ну, бабушка, что ли. В общем, мать ее матери по материнской линии. Пышный юбилей, много цветов. Ну, гости разошлись, жена начала убираться. Цветы собрала все вместе, положила на диван. Она не заметила, что на диване спала мать ее матери. Я домой прихожу, смотрю. Лежит на диване, вся в цветах, мать ее матери. Ну, думаю, отмучилась? Ну, позвонил родственникам, сообщил новость. Через час проснулась мать ее матери. Дура испортила праздник. Я опять позвонил родственникам, мол, к сожалению, большому, новость не подтвердилась. Пьянка отменяется. Тесть в драку, мать ее матери, гласил, не убивай его, Петруша, он нам 100 рублей должен.